Спустя два года полномасштабной войны России в Украине облик российской армии сильно изменился. Войска Российской Федерации пополняются наемниками, мобилизованными и заключенными, уровень подготовки которых крайне низок. Внутри войска популярные телесные наказания и удержание силой несогласных. Командование требует успеха любой ценой, в то время как медицинская помощь сократилась до минимума. О состоянии российской армии еще недавно называвшей себя второй в мире. Смотрите далее. Издание The Insider проанализировало состояние российской армии после свыше двух лет полномасштабной войны. Там отмечают, показатели личного состава заметно изменились. Летом 22-го к контрактникам присоединились первые так называемые добровольческие отряды. Осенью добавились мобилизованные и заключенные. А в начале 23-го на фронт хлынул новый поток наемников, не иссякающие по сей день. Среди них попадаются откровенные неонацисты, а также немало иностранных завербованных обманным путем. Несколько месяцев назад сербы, оказавшиеся на войне, жаловались, что к ним плохо относятся и вынуждают практически без оружия штурмовать украинские оппозиции. Сербы приехали чистого сердца. Вот приехали сражаться, к ними относятся вообще как к скоту в этом 119-м полку. Издание CNN, ссылаясь на собственные источники, сообщало, что в России поставляются около 1500 танков в год. Однако большая часть техники – модернизированные советские образцы из старых запасов или снятые с хранения. А вот такие современные единицы, как «Армата» на войне с Украиной, не используют дорого. Некоторые же российские ноу-хау на поле боя просто удивляют. Российский военно-промышленный комплекс серьезно расширил производство основных видов вооружений и военной техники, по крайней мере, если верить официальным цифрам, создают монструозные конструкции, известные под названием Царь Мангалов. Подобная практика была широко распространена во время Второй мировой войны, когда советская промышленность вообще не производила бронетранспортеров, а поставок по ленд-лизу не хватало. Кроме того, были неоднократно замечены случаи российских атак на китайских вездеходах Desert Cross, прозванных в ВСУ за несуразный внешний вид гольф гольфкарами. Эта техника отличается не только завышенной закупочной ценой, но и полным отсутствием защиты экипажа. Можно предположить, что российские военные надеются за счет скорости проскочить зону воздействия в дронов и артиллерии, Издание The Insider также проанализировало состояние вооружения пехоты. Так, у многих, к примеру, отсутствует пехотное противотанковое средство. Используется также устаревшее стрелковое оружие. Что касается стрелкового оружия, то на фронте до сих пор используются винтовки Мошима, бывшие основным российским и советским пехотным оружием во время мировых войн и раздававшиеся в 2022 году во время Донбасской мобилизации. Правда, стоит отметить, что чаще всего их используют в качестве снайперских. Кроме того, в войска поставляются устаревшие пулеметы Максима ДП-27 и РП-46, которые, как пишет военблогер Ростислав Макренко, требуют для эффективного применения достаточно многочисленные расчеты от 2 до 6 человек. Больше всего потерь утверждают аналитики среди заключенных, которых бросают в так называемые мясные штурмы, как это было в Бахмуте. Отряды зэков часто выступают расходным материалом для выявления слабых мест противника, то есть украинской армии. А число погибших при этом никого не волнует. Учения так называемых новобранцев длятся всего неделю-две, атаки плохо организованы, и многие из таких солдат гибнут свой первый месяц на фронте. В то же время Официальная пропаганда утверждает, что 97% раненых возвращаются в строй. Цифры представляются совершенно фантастическими для сравнения среди американских военных в Ираке в конфликте, куда более низкой интенсивности, чем российско-украинская война. Количество выживших раненых, что очевидно больше, чем число вернувшихся в строй за первые четыре года, составило 90 если российские данные не откровенная ложь то можно предположить что такие показатели достигаются благодаря двум факторам первый затрудненность и плохая обеспеченность эвакуации из за чего значительная часть тяжело раненых просто не доживают до госпиталя второй заключается в стремлении вернуть военнослужащих на передовую вне зависимости от их состояния именно так на войну попадаются осколками птср и контузиями пытки издевательства над своими же сослуживцами заключение в подвалы нежелающих выполнять Приказы таковы реалии современной российской армии. Кроме того, оккупанты совершают множество военных преступлений против мирных граждан Украины, а также не брезгуют пьянством и мародерством. Вот несколько примеров подобного поведения в разрушенных российской армией городах Донбасса. Лариса, я тебя люблю, я в Авдеевке. Вот посмотри, достопримечательности города Авдеевки. Лариса, здесь в этих домах все есть, телевизоры. Счетов только нету. Только надо электричку какую-то грузовую и вывозить отсюда. Вот гелик стоит. Да. Причем он не поврежденный? и вход вон. А, нету, никак не вход. Входа вот никак нету, в он в разъебан, Квартиры-то не такие. Расторная. Кроватку, наверное, заберу себе. Аналитики отмечают, российская армия за последние годы смогла несколько усовершенствовать тактику. По-прежнему превосходит украинцев в живой силе и боеприпасах. Однако все так же не способна организовать эффективное наступление и постоянно несет серьезные потери. А все проблемы от качества личного состава до дисциплины, морального облика и техники, никто не решает. Поэтому эксперты прогнозируют, что армия РФ достигнет пика своих возможностей к концу этого года. Но в следующем чем будет уже не в состоянии добиться крупных успехов, и при этом иностранная поддержка Украины становится еще более важна. Более чем за два года войны в Украине Россия потеряла почти 16 тысяч единиц военной техники. Это данные по состоянию на 24 мая проекта Орикс, который занимается оборонной аналитикой и исследованиями военных действий.

ОРИКС. После активизации боевых действий в Харьковской области Россия вынуждена перебрасывать новую технику на фронт и даже задействовала ту, которую представили россиянам на параде в Москве 9 мая. Об этом сообщает Conflict Intelligence Team. На третий год полномасштабной войны с таким количеством потерь, которые несут российские войска, значительная часть пригодных и более-менее технически, технологически соответствующих к современной войне механизированных средств, они были уже введены в строй и уничтожены. И сейчас все чаще и чаще российский военно-промышленный комплекс возвращается к тому, что восстанавливает средства, например, 50-х годов. Россия второй год подряд не будет проводить международные соревнования воинских подразделений «Армейские игры», рассказали известиям три информированных источника. Отборочные соревнования, которые обычно проходят в первой половине года, в этом году не были организованы Минобороны России. Армейские международные игры – это комплексное соревнование между подразделениями вооруженных сил разных государств. Их начали проводить в 2015 году. Последний раз соревнования проходили летом 2022 года. В них приняли участие представители 38 стран. Наиболее известным и самым массовым конкурсом в рамках армейских игр был танковый биатлон, в котором в 2022 году приняли участие команды из 20 двух стран. и из статьи издания The Moscow Times. «Россия вывела из открытых хранилищ от 25 до 40% своих стратегических резервов танков. Если уровень потерь ее техники в войне против Украины останется таким, как и сейчас, или возрастет, страна столкнется с нехваткой вооружения. Такая ситуация может сохраниться в ближайшие несколько лет, считают аналитики Института изучения войны». Эти оценки позволяют предположить, что российские вооруженные силы в основном используют транспортные средства со склада для поддержания своих военных усилий, а не новое производство для компенсации потерь на поле боя из отчета Института изучения войны. До 90% своей зависимости в импорте микроэлектроники Россия удовлетворяет за счет поставок Китая и направляет на производство танков, снарядов и другого вооружения. Об этом заявил на Всемирном экономическом форуме государственный секретарь США Энтони Блинкен. Многое из этого идет на развитие оборонно-промышленной базы. И в результате мы видим, как Россия производит танки, артиллерийские боеприпасы рекордными темпами. Нельзя, чтобы Китай, с одной стороны, заявлял, что ищет лучших отношений со странами Европы, а с другой стороны подпитывал самую большую угрозу европейской безопасности со времен окончания холодной войны. Министр обороны Великобритании Гранд Шапс обвинил Китай в том, что он готовится или уже начал поставлять в Россию летальное оружие, которое может быть использовано в войне против Украины. Власти Японии и Южной Кореи ввели санкции против физических лиц, судов и компаний, обеспечивающих поставки в Россию оружия из КНДР. Южная Корея ввела ограничения против двух российских судов, используемых при транспортировке оружия и топлива между Россией и КНДР, сообщает Зейнс. Также под санкции попали семь граждан КНДР, пятеро из которых, как утверждается, нелегально работают в российских IT-компаниях на Дальнем Востоке, зарабатывая валюту для развития северокорейской ядерной программы.